Продолжение банкета. Они у меня отобрали посуду. Занимаются этим сами. Ну, теперь еще один секрет. Это морковка. Почти так же. Немножко постного масла. И сметанки. Совсем чуть-чуть, она, видите, даже рассыпчатая. Ну, с пола, правда, не убирают они это дело, но едят сами. Я их не заставляю. Бася, не свинячь. Не успеваю донести. А так мы уже 3 дня едим. Ну, конечно, не только это, но морковку и буряк мы лупасим как невменяемые. Берите на заметку.